Впервые приготовила на ужин фаршированные кабачки. Делаем надрезанные кабачки вилкой и режем на три части. Удаляем из кабачка мягкой ложкой. Вот так. Добавляем к фаршу зажарку из моркови и лука, рис, специи, соль, зелень. Немного воды и перемешиваем. Томаты и перец нарезаем и выкладываем на дно формы. Сверху выкладываем фаршированные кабачки, заливаем водой и томим под крышкой 40 минут. Готовые кабачки получаются очень мягкими и сочными. Вот.